Друзья, всем привет! Привет, 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 привет! Знаете, один немалоизвестный канал бросил нам вызов, а точнее позарился на наш проект. Якобы мы школьники, не умеем продавать тачки. Они ни хрена не вдупляют. Вообще ничего не понимаю. Из них просто вот перекупы, ну никакие. Они себя колотят в грудь, говорят, что пиздец, они перекупы, да? Я Ваня перекуп. Они говорят, что мы неправильно продаем тачки. Они говорят, что нужно вообще по-другому. Нужно не как мы подолгу продавать, нужно брать оборотом. Купили, продали. Мы за 2 месяца сделаем больше бабла. Чисто вот на обороте. И много хейта. Также они сказали, что у нас в бюджете 300 тысяч откуда-то. Мы дадим им фору. У них сейчас 300. Здесь? Мы в 2 раза меньше сейчас начинаем. Да. У нас 200 тысяч в бюджете, мы об этом сказали. Ты видел это видео? Да, вот я видел это видео. Оно недавно вышло, оно такое длинное. Я ничего не понял. Смотрел и ничего не понял вообще. Можно поставить. Кстати, это очень автомат. Важно. Это очень да, важно. Это важно, потому что тачка, задний привод, механик, в этом вся фишка. А там можно было поставить только автомат. Бородатые дядьки нас хотят всему научить. Просто сейчас вот придут отцы, да, и покажут. Бородатые батя. И покажут этим пиздюкам, как правильно копить на Феррари. Понял? Оказывается, мы горе перекупы, и все вот эти машины можно по картинкам там выставить и вставить. Конечно же, не мы с Русом их покупали и торговались. Конечно же, папочки, отцы бородатые сами все это делали. У нас такой спортивный интерес. Нам нужна, сука, Феррари, и все. Знаете, я все это говорю не в целях пожаловаться, пацаны. Не в целях пожаловаться. И не с целью, чтобы вы писали, что у нас горят фуканы. Мы будем брать просто все машины, их продавать и просто покажем бородатым отцам, как нужно зарабатывать. Знаете, пацаны, могли бы сейчас много еще всего наговорить, но не будем. Не стоит этого делать. Пусть за нас скажут наши дела. Игра началась. Страшно? Рус. Я. Что ты делаешь в лесу? Денежку другу отправляю, не поверишь. А как ты это делаешь? С помощью приложения Rocket Bank. Карта Rocket Bank – это дебетовая, не кредитная карта и удобное мобильное приложение. Ты куда залез? Сеть не ловит в лесу. Приходится лазить по деревьям. Даже в лесу я могу отправить денежку другу через приложение Rocket Bank, лишь бы только появилась сеть. Смотри, оно даже каждый раз приветствует меня. Где рукав? Ты порвал куртку. Удобное приложение. Через него можно совершить любые операции. Главное, чтобы ловила сеть, даже находясь в лесу. Я отправил! А еще в приложении очень замечательная поддержка. Помогли решить вопрос с карты, я ее получил быстро и легко. У Rocket Bank есть 3 весомых преимущества перед другими банками. А это бесплатная карта. У Rocket Bank нет платы за обслуживание вообще. 5,5% годовых на остаток в рублях. Шикарно! Для того, чтобы получить свои годовые проценты, нет никаких максимальных и минимальных условий и нет дополнительных пороков. То есть, сколько бы вы на карте ни держали, вы всегда получите свои 5,5% годовых в конце месяца. Еще, ребят, вы получаете кэшбэк с абсолютно всех покупок. Минимально 1% и до 10% с любимых мест, которые вы выбираете сами каждый месяц. В любимые места могут попасть фастфуды, рестики, аптеки, да чего там только нету. И любимые места каждый месяц обновляются. Кэшбэк вы получаете в Rocket рублях. 1 Rocket рубль равен 1 рублю. С картой Rocket Bank можно снимать деньги с абсолютно любых банкоматов без комиссии. Вот если у тебя есть автомобиль, перейди по ссылке в описании, зарегистрируй карту и ты 90 дней будешь получать 3% кэшбэка с заправок, моек и автосервисов. Представляете? Каждый месяц можно переводить на карты любых других банков 30 тысяч рублей без комиссии. Переходи по ссылке, регистрируйся, а я пошел ловить сеть. Русик, чувствуешь запах? Да. Запах денег. А знаете, что это значит? Что мы сегодня уже купили машину, она уже есть. И сегодня же мы ее продадим и заработаем денег. Встречайте! Let it bang. Yeah. Обычная девятка с документами на полном ходу, от которой просто веет деньгами, харизмой, богатством и контентом. Мы покажем, что на любых машинах можно зарабатывать. Мы купили машину за 5000 рублей и сегодня вечером продадим ее в 2 раза дороже. А вам слабо? Сможете? Вызов брошен. А я продал свой Чероки.
Сейчас мы там расквитаемся, разделаемся с этими психопатами. Хрен там-то. А вы знаете, что Женя на своем канале продает тачки очень дорого и долго? А вы знаете, что я машину продам за день? А знаете почему? Потому что я супер перекуп. Если вы не знали, могу оставить вам свою визитку. Блин, честно, хотелось снимать взрослый контент, не получается, понимаешь? Хочется постоянно дурачиться. И брейте свои бороды. Хорошо, шеф. Слушаюсь, босс. Как скажешь, босс. У меня Чероки самый мощный. Всех порвал в этой гонке. На дерби самая лучшая машина — это Чероки. Когда GT Хихопос открылся, я проиграл. А для тех, кто не знает, у меня GT на JZ. Turbo JZ. Я самый классный в Царицыно. Я ее взял так дешево, что сам охернел. Блять, от перекуп я просто пиздец. Че, блять, творится? Война началась, брат! Ловите двоечку. Знаете, и в эту машину мы не вложим ни рубля, и все равно останемся в плюсе. Мы даже можем сделать так. И будем в плюсе. До сих пор в плюсе. Знаете, кто-то подумает, что это вандализм, но даже сейчас мы в плюсе. Все равно плюс. И сейчас мы в плюсе. Все равно мы в плюсе. Зачем машина? Наша. Не поможете? Все равно в плюсе, ребят. Ой, я стара для этого уже. Лет бы 20 назад. Знаете, и даже после финального дальнего от моего бро, мы все равно останемся в плюсе. Уверенный. Ты смеешься, а мы в плюсе. Нормально все. И, наверное, смотря все это, вы думаете, вы что, психопаты? Да, мы психопаты. Добро пожаловать на наш канал. Hello, лысый. Если ты уже написал комментарий, что что вы делаете, дебил, у вас ничего не получится, объясняю. Эту машину, что бы мы с ней ни делали, мы все равно ее продадим. Жень, вопрос к тебе и к твоей команде. А вы сможете взять тачку, разбить ее просто как угодно, разбить стекла, побить кузов и продать ее дороже, в плюс? Вот это называется жесткие методы перекупа. Брат, мы ничего не потеряем. Мы не будем красить баллончиками, куда-то ездить, что-то заморачиваться. Мы ее отдадим нашему другу на разборку, заработаем на ней и получим свои бабки. И будем ближе к Феррари. Через разборки к Феррари. Привезли бы мы ее целую, привезли бы мы ее вообще без стекол, цена бы не изменилась. Брат, я выезжаю с девяткой. Подожди, что она в идеале. Брат, девятка здесь в идеале. Будет, девятка в идеале, брат. Деньги сразу. Как кидать? Надо кидать? Не, не надо кидать. Хорошо, ладно, как скажешь? Все, давай, брат, денежку перешлешь, все, машина сейчас приедет через течение часа. Хорошо, ладно. Рамил, на все случаи жизни просто. Диагональ! Как мы тут поедем? Давайте кинем монетку, кто поедет в багажнике. Давай монетку кинем, конечно, сейчас я пошел сразу в багажник. Все, кидай. Давай. По Ставропольске. Орел! Вань, добро пожаловать. Базара нет. Штаны порвал, сука. Мои новые штаны за казар 400 по скидке хапнул. Поехали, пацаны, что вы ржете, блядь? Что отличает наш контент от контент большинства? Будет что вспомнить. Автомобиль, порядочный по жизни, это уже.
слезятся. Все, короче, идет назад. Проветривается, плюс и все равно воняет, я не понимаю, просто. Ну, короче, круто, будет что вспомнить. Машина самая лучшая, стекла нету, потому что гаишники выпустили штраф и забрали стекла. Все, пацаны, как вы поняли, мы ворвались на разборку. Нас тут ждали. Мы конкретно залетели, как всегда, то есть врезаясь в машины. Максимально отжигали, и в итоге пацаны, наши братья, взяли тачку эту. Аккумулятор не оставлю, брат. Оставлю. Аккумулятор, ёх, наш аккумулятор. Оставлю аккумулятор, оставлю 500 рублей, отдам. О, мне 3500, брат. Аккумулятор, да? Аккумулятор, ёх. Аккумулятор есть. Аккумулятор, ёх. Кетте. Йоханссон. Все, Рахмет, сау-бол. Аккумулятор оставь, да? Все, Рахмет, сам-бул, с тебя плов. Давай. Аккумулятор оставь, Руслан. Йох. Пока. Мы продали за 10 тысяч и аккумулятор наш. Пришлось потанцевать немного. С бубном. С бубном. И с нашими друзьями, но пацаны десятка и аккум. Вот она жизнь, вот. Погнали, брат. Наверное, многие подумали, зачем вам аккумулятор, зачем вам тележка, что это, новый пранк? Нет, пацаны, это новая машина. Друзья, нам предложили тачку, в которой нет аккума, и этот аккум с девяточки в самый раз, пацаны. На самом деле он не с девяточки, но последний раз был на девятке. Везли это все на тележке, чтобы доехать до Димаса оператора и положить это все в Альтезу. Все просто, пацаны. Пришлось взять бабушку на тележку. Просто что за тигр? Оставляем аккум, отдаем деньги, покупаем машину, продаем машину. Команда Жеки Чебородатый не до перекупа плачет, да, а босс. Мы радуемся. Да, босс. Да, босс, поехали. Друзья, едем с оператором в Альтезе за новой классной тачкой. Да, Вань? Да, брат. Товарищ оператор, Димка, Дим. Да, едем, эксплуатируем. Отличный контент. А что по машине, пацаны? Машина иномарка. Скажи, сколько там пауэр? Одна. О, ноль. Здорово. Ну что, показывай лайбу. Ну лайбу моя вот, короче, стоит. Тойота Кариб. Тойотовский запах. Тонировочка это закос под Давидыча был. В общем, пацаны заранее созвонились, списались, торговались за пятнашку. Ну, реально, ниже некуда, пацан нормальный, вообще адекватный. Какая бы она ни была, это полный привод на ходу, с полным пакетом документов. Кто топ? Пойдем, спросим у случайного прохожего. Скажи, кто топ, Жекич или мы? Мы. Видели, случайный прохожий. Конечно, мы! Пацаны, и кто бы что ни говорил, что вот, мы занимаемся ведрами и так далее, мы будем заниматься любыми тачками, хоть гвозди будем продавать, но мы бородатых папочек уделаем, понимаете, о чем речь. Идет противостояние, вы понимаете, поэтому похеру. Вы с нами? Поехали. Сейчас зайдется. Ветер зальет. Ха-ха-ха! Это нормальные звуки? Мечта разбилась, понимаешь, на мотор. В ахере. Нежданчик. Нормально, мне кажется, масло поменять и... Нет.
Стук мотора, это к торгу. Мотор стучит. Сука, он не стучал. Давай, пятак. Пацан хороший, вот реально хороший. Торговаться как-то даже стыдно, вот честно. Ну, как бы... Да все, 6 ни тебе, ни мне, правда, все, спасибо, брат. 7. Мы 6. 7. Да у меня нет 7. Всегда ищется середина, 6. Брат. Сейчас еще мокнет, и так мокнет. Короче. Я понимаю, что дешево, но для проекта, для нас вообще реально респектос лично от меня, от канала, от всех. Жеки сейчас знаешь, что делает? Жеки просто говорит. Он берет за 150 тысяч тачку. Субару. Она денег таких не стоит. Вообще не стоит. Он не продаст дороже. Конечно, знаешь, что он сейчас делает? Он смотрит сейчас это видео, вот этот момент и просто плачет. Говорит, Гриша, блядь, нам надо как бы, ну, взять пару уроков, пацанов. Потому что мы как бы не вывозим базар. Поэтому реально респект. Все, давайте. Давай. Машину забрали за 6 тысяч рублей. Тачка в проекте. Ну что, пацаны, под слезы Жекича мы отправляемся в Москву реализовывать эту малышку. Да, босс. I woke up one day, I'm planning to get reckless. Felt myself and put on my best necklace. Posted in the group chat, who wants the 5G? They were only down for the after party. Who has the ginger? Подвеска нормальная, тормозов нету. Так, тачка приятная, по салону тепло. Но странно, масленка не горит даже, да? Да, вообще, давление масла в норме. Давляк нормальный, но мотор стучит. Но зато все работает, смотрите, вся электрика. Блин, за 6 рублей это более чем круто, мне кажется. Это вообще... В общем, пацаны, удивляться нечему. Тачка полная дрова, но за 6 тысяч рублей это идеал. Просто бомбочка, космос. Она стоит своих денег. Вот надо тебе фишку поменять, да? Ну, там что-то случилось. Оп. Разбирать ничего не надо, понимаешь? Честно, друзья, сил вообще нету. Целый день убили, мокрые, холодные. В общем, блин, полная жесть, правда. Стараемся. А что с интегрой? Да. Поменяли ей прокладку ГБЦ, там у нее все болты слизаны, резьбы нету, то есть. Запустили двигатель, поработало 5 минут, поменяли масло, выехал из гаража, все. Опять сгорела прокладка. В общем, интегра вышла в ноль. Но ничего страшного, когда-то бывают жизненные пути, когда надо откатиться назад, чтобы сделать 2 шага вперед. Это умная цитата ВКонтакте. Но знаете, нету машин, которые хорошие, плохие. В принципе, есть неадекватная цена. Эта цена адекватная. 6 тысяч рублей. Прикиньте, тачка с документами на ходу за 6 тысяч рублей. Ближе к Феррари, ближе к мечте. Знаете, что мы будем с ней делать? Да ничего мы не будем делать, просто. Уже помыта машина, дождь прошел. Сфоткаем сейчас ее или завтра и выложим продаваться. Все. Напишем все как есть, что мотор стучит, по кузову все видно, по фото гнилая. Как есть. Voy a la playa, ya subió la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y contribuyó para ella. Eso. Блин, Димас, я забыл, что хотел сказать. Что? Чтоб тачки предлагали мне, в директ писали, а не Женю. У них канал 1,5 миллиона, ясен хрен, подписчики все вообще, некоторые про нас не знают, и не будут предлагать, понимаешь? Ваня, это нечестно. Да? Почему? Давай не будем это оставлять. Окей. Пишите лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на наши инстаграмчики, которые будут здесь, здесь или здесь. И смотрите следующие видео. И другие тоже не забывайте. А я пошел греться. А я пошел туда. Копи, набирай.